Камчатка – это затерянный мир до сих пор. В эру современного развитых технологий, урбанистики развитой в центральных регионах, в том числе и России. Я живу в Москве. Там это просто зашкаливает урбанистика, темп жизни, количество людей, машин, автомобилей, домов, отсутствие прямого взгляда там, на дальний горизонт, природу. И вот Камчатка, она полная противоположность. Дикий, абсолютно дикий край, который зовет, манит тебя, и хочется ее посмотреть.